кедрин ебіз, пистің холуғысты. Чоғы күшілер естің келір езі. Хорай вастың келір езі. Республика вастың келір езі. Оң қандық болырын кежі бірезі шілі алыр ергелік біз. 2019 жылдың сентябр сез Дыва Республиканың дейді құралының депутаттарының соңғылдалары. Одыңның шын шілілгенгі қыл. Дыва Республиканың соңғылда комиссиясы. Сегодня будут избраны 32 депутата Верховного Хурала Республики. Из них 16 по партийным спискам, 16 по одномандатным округам. На выборы в Верховный Хурал баллотируются 271 зарегистрированный кандидат. Коммунисты России, КПРФ, Единая Россия, ЛДПР, Справедливая Россия, партии пенсионеров за социальную справедливость и Патриоты России, в том числе 5 самовыдвиженцев. Жители труднодоступных районов и сел Республики начали голосовать уже 28 августа. Для них организовано 42 пункта. Кроме того, с 24 июля по 4 сентября были открыты 228 пунктов приема заявлений о голосовании избирателей по месту фактического нахождения в день голосования на базе, 19 ТИКов, 23 отделений МФЦ и через портал госуслуги, в 186 УИК с 28 августа по 4 сентября. Избирательные участки будут открыты до 22 часов. Телефон горячей линии избиркома Республики Тыва 2-1009, код города Кызыла 839-422. По данным ЦИК, по состоянию на 11 часов в Туве проголосовало 20% избирателей. 8 сентября 2019 года. Выбираем депутатов Верховного Хурала Республики Тыва третьего созыва. Вы можете проголосовать в единый день голосования с 8.00 до 22.00 на своем избирательном участке. Не забудьте взять паспорт. 8 сентября 2019 года. Сделай свой выбор. Избирательная комиссия Республики Тыва. В Кызыле сегодня работает 35 избирательных участков. На участке центральный, который расположен в Доме народного творчества, с утра многолюдно. Явка хорошая, на 10 часов 138 человек. В центральном избирательном округе 13-й число избирателей на 8 часов утра 1903 человека. Так, мы работаем до 10 часов вечера. Разные партии, и все партии присутствуют здесь. Доверенное лицо, наблюдатели, члены совещательного голоса тоже здесь находятся. В числе первых на 13-м центральном участке проголосовала Дина Аюн. Она отметила, что очень важно, чтобы в выборах приняло участие как можно больше жителей республики, ведь каждый должен отдать свой голос за свое будущее. Всегда хожу на выборы, сегодня тоже уже проголосовала. И считаю, что это очень важный момент в жизни любого человека, потому что это возможность для каждого из нас принять участие в формировании органов власти. Вот сейчас мы формируем Верховный Хурал, а это региональный парламент, который принимает все законы, формирует бюджет. Это значит, определяет развитие нашей республики. Поэтому очень важно, чтобы каждый из нас отдал свой голос. И я думаю, что это в том числе праздник. Праздник вот волеизъявления людей. На 21-м избирательном участке, размещенном в здании Тувинского транспортного техникума, проголосовал главный врач Центра медпрофилактики Айдын Сарыглар. Он отметил важность участия каждого жителя республики в формировании депутатского корпуса. Я считаю, что сегодня, 8 сентября, каждый должен сходить на свой избирательный участок и сделать свой выбор. Считаю, что сделать свой выбор – это гражданский долг каждого из нас, потому что только от нас зависит будущее нашей страны, будущее нашей малой родины, нашего города. То есть в зависимости от того, кого мы выберем, в целом зависит наше будущее. Уточнить, в каком из 35 избирательных участков по месту прописки должен голосовать житель Тувы, можно по горячей линии ЦИКа 2-1009. Глава Тувы Шалбан Караул с утра проголосовал на избирательном участке номер 86 Западный. Традиционно он прибыл со своей супругой Ларисой Сагануловной. С 8 утра на участке было уже много людей, которые пришли выразить свое волеизъявление. Уже 20% избирателей сделали свой выбор в республике за первые часы голосования на выборах депутатов Верховного Хурала. «Мы по традиции с супругой приехали на наш родной участок, а здесь многолюдно с самого утра», — поделился своими впечатлениями глава Тувы Шалбан Караул. Я хочу, чтобы мы выбирали свое будущее, будущее своих детей. И к этому относились с мудростью. То есть не ради какого-то, ну не знаю, там, прихоти какой-то, или там, может быть, каких-то сиюминутных интересов, или еще чего-то в этом роде.
А я-то хочу, чтобы люди прежде всего исходили из будущности своих детей. А значит, это должно быть та сила, которая наиболее поможет, наиболее выступает за развитие. Наверное, все они выступают за развитие, но мне хочется, чтобы это была все-таки сильная сила. Вот это вот, потому что республика нуждается в особой поддержке. И в этом отношении, я считаю, должна быть более сильная структура или более сильная команда, которая будет способствовать дальнейшему развитию. Она должна иметь интегрированность во всю нашу большую страну. Самое главное, я хочу, чтобы моя родина процветала, развивалась. И, конечно же, я голосую за ту стабильность, которая является основой развития. Вот, пожалуй, наверное, за это. И в том числе за единство народа. Мы и после выбора будем дальше жить и трудиться у себя на родине. Поэтому я считаю, что это тоже важно. 8 сентября 2019 года состоятся выборы депутатов Верховного Хурала Республики Тыва третьего созыва. Голосовать стало проще. Выбирайте своих кандидатов не по месту регистрации, а по месту нахождения. Просто напишите заявление и выберите удобный избирательный участок. С 24 июля по 4 сентября подайте заявление в любую территориальную комиссию, МФЦ или на сайте госуслуг. Или же с 28 августа вы можете подать его в любую участковую комиссию. Не успели раньше? Тогда с 5 сентября до 14.00 7 сентября вы можете оформить специальное заявление в участковой избирательной комиссии по месту вашей прописки. 8 сентября 2019 года сделайте свой выбор. Ждем вас на избирательных участках. Избирательная комиссия Республики Тыва.